Они все еще с нами. Tamagotchi Smart – культовое устройство в формате умных часов, в котором питомца можно даже погладить. Да-да, это все еще именно та игрушка, о которой ты не забыл. Вспомнил, прослезился. Здорово, YouTube! А вы все еще помните об этих культовых игрушках? Лично мне никогда не удавалось вырастить ее от начала и до конца. Это была чертовски сложная задача. Tamagotchi. Сейчас это слово вызывает самое искреннее чувство. Наверное, потому что это воспоминание из детства. А самое интересное, что они все еще производятся. Про эту культовую игрушку до сих пор слагают песни на различных языках мира. Поставь лайк и подпишись на канал, если помнишь, что такое Tamagotchi. А если нет, я все сейчас расскажу. Поехали! Появились Tamagotchi 23 ноября 1996 года. Tamagotchi – это японская игрушка, покорившая весь мир и дословно переводится как «яйцо, часы». Смысл заключается в интерактивном наблюдении за жизнью питомца от вылупления до смерти. В первой версии были заложены основы игры. После детской стадии питомец вырастал из разных персонажей подростков, а затем взрослых, в зависимости от того, насколько хорошо за ним ухаживали. Питомца можно было кормить, играть с ним, следить за его здоровьем, убирать за ним. То есть электронная игрушка напоминала взаимодействие с настоящим существом. Со временем на рынке появилось много подделок разных форм и с разным количеством кнопок. Но суть оставалась прежней – вырастить любимого питомца, который мог быть котенком, цыпленком и даже дракончиком. Идею Tamagotchi создала педагог Аки Маите. Она была одинокой женщиной, жила в маленькой квартире и никогда не могла позволить себе завести домашнее животное. Tamagotchi изначально была игра для портативной консоли Game Boy от Nintendo. Фактически, виртуальный питомец жил сам по себе внутри картриджа. И пока хозяин не подключал его к консоли на протяжении какого-то времени, питомец мог успеть испорожниться, заболеть или даже умереть. О чем, кстати, сигнализировал встроенный динамик. Само собой, чтобы оказать необходимый уход, нужно было иметь при себе геймбой для взаимодействия с игрой. Позже был налажен выпуск дешевых в производстве отдельных модулей, которые сами по себе являлись самодостаточной игрой. Именно такое решение стало особо популярным. Только в первые годы после появления и только официально было произведено более 40 миллионов Tamagotchi. Что касаемо нашего времени, несмотря на большой спад интереса к Tamagotchi, они все еще производятся. Tamagotchi Smart выполнен в формате умных часов, в котором питомца можно даже погладить. В свое время это были просто невероятно популярные игрушки. Tamagotchi Smart представляет собой привычный Tamagotchi, но надевающийся на запястье. Устройство в целом получилось очень крупное, хотя нацелено оно, само собой, в первую очередь на детей. Выпущенный к 25-летию серии Tamagotchi Smart заполучил цветной сенсорный экран, сохранив при этом привычные три физические кнопки. Сенсорный дисплей тут нужен для возможности погладить виртуального питомца. Также тут есть голосовое управление, но используется оно лишь для пробуждения питомца. Кстати, даже тот старый олдовый Tamagotchi все еще можно заказать на AliExpress. Там просто куча разных вариантов, в том числе и самые современные. Ссылки будут в описании. Компания Bandai добавила новых питомцев, а также выпустила специальный модуль-ключ Tama-san, который разблокирует дополнительный контент, включая персонажей и предметы. Из остального можно отметить функцию шагомера, возможность прослушивания музыки, 30-часовую автономность, а также возможность взаимодействия с другими такими же устройствами посредством Bluetooth. В первое время Tamagotchi Sun будут продавать посредством лотереи, а в свободную продажу устройство попадет 23 ноября по цене 68 долларов. Ключ Tama-san на дополнительные фишки стоит 10 долларов. Tamagotchi в целом это полезная игрушка для ваших детей, иногда даже для взрослых. В процессе игры дети следят за всесторонним развитием своего питомца. Он должен заниматься спортом, следить за собой и правильно питаться. Все как в реальной жизни. Также он должен общаться с друзьями и ходить в гости, хорошо учиться в школе, чтобы затем устроиться на хорошую работу и найти себе хорошую пару. И если, как утверждают все детские психологи, ребенок как губка впитывает игру, а затем переносит усвоенные моменты в реальную жизнь, подобные игры прививают навыки общения, а также чувство дисциплины и понимание того, что правильно. Выкачивать деньги из хозяев обновленные Tamagotchi будут с помощью отдельно продаваемых наборов, предметов и питомцев. Сейчас, наверное, мало кого можно удивить такой штукой, но в прошлом о ней мечтал каждый. Лично у меня было примерно 5 Tamagotchi. Напиши, кстати, в комментарии, какие воспоминания вызывает у тебя эта игрушка. А также пиши, если впервые о ней услышал. А с вами был Пшеничный, Tamagotchi, да пребудут с вами инновации.